Специальное предложение дня – это самая выгодная покупка на телеканале Shop & Show и отличная возможность начать знакомство с нами. Если вы еще никогда не делали свои заказы, присоединяйтесь, посмотрите, а лучше прямо сейчас выбирайте для себя. Потому что, Юль, я уверена, с таким предложением наш интерьер не только пойдет в ногу со временем, мы можем освежить свой дом без дополнительных затрат и дорогостоящего ремонта. Это точно, вот с такой приятной березовой рощей, с натуральными оттенками, дом будет свежим, дом будет чистым. Береза – изображение нашего русского самого атмосферного дерева. Конечно, это положительно для интерьера. Много зеленых оттенков, тоже хочу отметить. Зеленый – это трендовый цвет 2017 года. И действительно, вы покупаете сегодня самый современный аксессуар для дома. Аксессуар современный, но еще и с русской душой. Поэтому от всей души представляем вам спецпредложение. Я думаю, что каждый дом сегодня обретет вот такой вот свое неповторимое, да, такое настроение живой природы, нам этого всем не хватает. Конечно, особенно тем, кто больше времени проводит в городе, дети каменных джунглей, давайте добавлять природные оттенки, успокаивающие, умиротворяющие, создающие уют и гармонию в нашем доме. И сегодня эта красота, этот просто шедевр текстиля доступен каждому, ведь шторы «Березовая роща» – специальное предложение «Идя» идут по самой выгодной цене – 2999 рублей. У нас с вами два полотна, размер каждого 150 на 270, а значит, Юль, у нас не просто красивое убранство для окна, у нас оно еще и функционально. Но многие сейчас уже рассаду на подоконнике держат, на балкон пройти, окошко открыть. Все удобно и продумано, то есть для комфортной и красивой жизни. Не только продумано, а еще и можно сэкономить, потому что действительно фотошторы сегодня один из самых популярных аксессуаров в украшении домов. Часто они представлены и в рознице, и везде вы можете фотошторы видеть, но очень часто одним полотном, и это не всегда удобно. Мы вам предлагаем единое композиционное решение из двух полотен, то есть это комплект штор, и это действительно ценно. На размер окна от 1,5 метра до 3. Шторы имеют фотопринт, вы уже видите, березки как живые, объемный, перспективный принт, и это очень хорошо, потому что комнат много маленьких у нас, небольших пространств, нам всем хочется вот расширить границы комнаты, да? И именно принт, выполненный графически в перспективу, ощущение, что мы зайдем с вами из дома сейчас в Березовую рощу, он увеличивает зрительное пространство. Поэтому наши шторы не просто функциональные, не просто экономные и красивые, а еще нам дарят квадратные метры. Ой, как это приятно, увеличить пространство без переезда и ремонта. Но что еще важно? Посмотрите, очень часто мы жалуемся на вид из окна. У кого-то стройка, у кого-то пустырь, дорога или просто, да, не самый лучший вид. Так смените его вместе с комплектом штор «Березовая роща». Любуйтесь природой, прекрасным садом, который будет наслаждать нас каждое утро и каждый день. Но еще главное, Юль, чтобы это действительно было решение, которое не боится, например, домашних трудностей, солнечных лучей. Потому что времени от времени любые шторы нужно еще и освежать. Конечно, шторы будем освежать, но вот Оксфорд очень ткань благодатная, она не запыляется, поскольку имеет глянцевую фактуру, гладкую, атласное здесь плетение трехслойное, поэтому пыль не оседает, вы дышите свежестью. Это первый момент. Что касается практичности полотна. Просто молодцы производители, что сделали фотопринт именно на атласном плетении. Он на нем смотрится особенно живым, с глянцевым блеском, а сама ткань имеет три слоя плетения. То есть она прочная, крепкая и прослужит больше 15 лет без потери качества. Более 15 лет без потери качества. Вы только сейчас посчитайте, какая это экономия. Вы сегодня выбираете свой комплект штор «Березовая роща» по цене 2999 рублей, а безупречный вид вашего окна, новая комната, обновление, дополнительные визуально квадратные метры на 15 лет вперед. Номер для ваших заказов бесплатный, многоканальный. Самое время определиться и сделать свой заказ. Ведь такой вариант, Юль, подойдет же к любому интерьеру. Мы сейчас абсолютно можем не сомневаться. Даже вообще не прогадаем, потому что здесь эко-стиль, природные живые оттенки, изображение с фотопечатью объемное. Мы с вами просто в Березовой роще, мы в настоящем лесу. Живые природные тона вписываются в картину любого интерьера. Давайте мы посмотрим, как это происходит. И гостиная сразу становится вот такой свежей, цветущей. Прямо вот весеннее настроение царит в вашем доме. Обязательно возьмите в спальню. Умиротворяющий цвет живого зеленого поможет подготовиться хорошо ко сну, отдохнуть, расслабиться.
хранится в своем храме отдыха. И мне очень нравится, что шторы плотные, я уже сказала, это атласный Оксфорд, и он не пропускает свет, то есть для спальни просто идеальное решение. И еще один момент, Ариш, обязательно на подарок, потому что это подарок со значением. Вы не просто красивые шторы принесли, две тряпочки на шторной ленте, да, мы с вами понимаем. Мы дарим природу, мы дарим свое отношение к близкому человеку, когда дарим именно вещи со значением. Березку мы с вами что делаем? Обнимаем, когда нам плохо. Мы в лес идем получать энергию от самого лучшего, положительного дерева, заряжаться. А здесь у вас целая березовая роща. Никаких нервов, даже если вы на работе на нервной. Вечером пришли, прямо посмотрите, вдохновитесь этим принтом, совершенно будете чувствовать себя по-другому. Вот здорово же, это же так важно. Нам просто попадаются шторы на глаза. Мы смотрим на свое окошко, а вот природа, она начинает нас успокаивать, чтобы дома царила только хорошая атмосфера, и вся суета оставалась за его порогом. А еще я не так давно узнала, что ученые в Великобритании провели исследование и доказали, те из нас с вами, кто чаще всего переезжает или меняет настроение в доме, да, меняет обстановку, чувствует себя счастливее, чем остальные. Ну, правильно, новые покупки – это положительные эмоции, это все время ощущение свежести, обновления. Так давайте мы с вами прямо сейчас откроем счастью окно и впустим его в свой дом вместе со специальным предложением. Впустим, Маришенька, обязательно. А спецпредложение вообще войдет в каждый дом с удовольствием. Вы точно не прогадаете с покупкой и с подарком. Я говорю о том, как повесить шторы. У нас шторная лента идет и на одной портьере, и на другой. Это универсальное крепление, поэтому вы точно не прогадаете. Вам карниз менять не придется. Крокодильчики, у вас крючочки или колечки. Шторная лента – это универсальная вещь, поэтому точно карниз подойдет. Вот это очень важно. Важно, потому что не так давно у меня крестная приобрела шторы, оказалось, крепления нет, и потом пришлось переплачивать. Метр, да, для того, чтобы пришить шторную ленту, стоит 500 рублей. А у нас-то два полотна, 150 на 270. И вам ничего докупать не придется. Вам нужно только сейчас заказать, дождаться посылку, оплатить ее и тут же повесить. Ведь это готовое решение, которое подходит к разному даже типа окон. Мне нравится, Юль, что рисунок не пропадает, если мы, например, чуть-чуть присоберем. Все-таки ширина у нас у окошек у всех разная. Да, конечно, у нас демонстрационное окно, вы это прекрасно понимаете, огромное. Конечно, окна у всех разные. Я еще раз скажу размеры для ориентира. 150 на 270 на размер окошка от 1,5 до 3 метров. Если вы делаете драпировку и подстраиваете под размер вашего окна, то принт не заламывается, поскольку он выполнен с объемом, и ваше окно всегда безупречно. Идите в ногу со временем, с трендовым цветом года. Эко-стиль сегодня правит бал в текстильной моде, поэтому вы сделали правильный выбор. Ваш дом будет модным, стильным и комфортным, и вы сегодня выбираете для себя специальное предложение дня. Комплект штор «Березовая роща» по суперцене 2999 рублей.